Прекрасно. Да, босанова замечательная, замечательная. Очень обаятельный номер, очень нежный, обаятельный и солнечный. Мне казалось, что вот из лучей солнца они сплетают узор такой, такой нежный, какой-то, какая картина вырисовывается. И мне так захотелось в лето, хотелось уехать опять куда-нибудь, где очень много солнца и мало слякоти. Спасибо вам, ребят. Татьяна Анатольевна, насколько я помню, ребята сделали ту поддержку, которая у них не получилась в прошлый раз. Ты знаешь, я этого не помню. Я тоже очень мила. Абсолютно, с музыкой. Прелестная, расслабляющая. Вот мне здесь подсказывает Антон. Расслабляющая босанова. Прекрасный ритм. Жаркое солнце. Жалко только, что пузырики в конце не полетели. В ваших номерах большую роль всегда играет музыка. Они такие необычные. Кто ее подбирает? Повелос. На самом деле у нас есть такие волшебные помощницы Марина и Ирина Семеновы. Вот они нас снабжают в основном уже 3-4 года, сколько катаемся в ледниковом периоде, вот музыки, идеи очень многие приходят от них. Вот эта музыка опять от Марины. Спасибо тебе, Маришечка. Маришечка, большое спасибо. А что касается этих мыльных пузырей, они действительно предательские. Они то выдуваются, то нет. Мы с ними поговорим. Да-да. Не будем судить за мыльные пузыри. Да-да, людей. Надо больше репетировать. Спасибо большое. Thank you.